Ну ладно, не будем кота тянуть, а то это дело дойдет до окончания следующего дня. В первую очередь, как разложить мультфильмы, либо по жанрам, либо по стране происхождения. Все-таки я определился и буду, скорее всего, по хронологии не по дате выпуска, в каком году выходил мультфильм, а в те годы, когда показывали их по нашему отечественному телевидению. Насчет «Русалочки» я уже не помню, когда показали. Впервые то ли по первому, то ли по второму. Скорее всего, да, по второму, потому что это шло в блоке Диснея по выходным. Разбирать мультфильмы из 90-х – это занятие не благородное. И в любом случае я что-то пропущу, что-то забуду, так как очень многое из названий я не помню из тех мультфильмов, что шли по первому и второму каналу. В общем, это была уже, к сожалению, совсем другая эпоха. Да. Были, конечно, и замечательный «Остров сокровищ» по Первому каналу, и по НТВ «Горец» и «Человек-паук». Но дело тут... Вопрос в другом, собственно. Я разыскиваю кое-какие тоже мультфильмы, которые уже не помню по названию. Во-первых, это цикл фантастических рассказов про роботов, видимо, экранизация каких-то романов, который шел по каналу «Россия». И также разыскиваю фантастический комедийный материал, который шел тоже в то время, в 96-м году, как «Эхо Звод», только более комичные, там, где отряд каких-то людей вместе с инопланетянином летали на своем карикатурном космическом корабле и бороздили просторы галактики, посещая разные планеты. Если вы знаете, что это за мультфильм, пожалуйста, отпишитесь. На поиск всех мультиков, в том числе, наверное, я буду искать на оригинальном языке, это уйдет полно времени, а уж тем более все это монтировать. Поэтому присаживайтесь поудобнее, запаситесь чайком. Рассказ будет очень долгим, наверное, где-то на час, если не меньше. Начнем с того, что так или иначе те или иные мультфильмы, они связаны с моим местом проживания. Допустим, то, что я родился сам на ВДНХ и жил какое-то время, там потом возвращался туда снова в коммунальной квартире на улице Константинова. Также я жил с родителями в Отрадное, в других местах, и уже потом, начиная с 96 года, я переехал жить на Софью Ковалевскую. И там уже началась совершенно так же другая жизнь, другой детский сад и, разумеется, уже другие мультфильмы. Те мультфильмы, которые шли до 95 года, транслировались, я их больше никогда не увидел. Долгие-долгие годы, пока я не приобрел интернет и не начал натыкаться на таких же людей, кому старые мультфильмы не являются каким-то хламом, и они неравнодушны к забытым мультикам с тем самым переводом канала Останкино. Ностальгия, конечно, это вещь неблагородная, разумеется. Я в состоянии предсказать по дням все годы своего детства от ясельной сады и заканчивая поступлением в первый класс. Но все равно какие-то пробелы будут в хронологическом порядке. Разумеется, что-то я забуду, что-то, может быть, прошло мимо моего внимания, может, что-то не было не особо интересно. А что-то, наоборот, произвело у меня очень в те годы в детстве яркое впечатление и оставило след на всю жизнь, в том числе и вдохновил меня на то, чтобы я в дальнейшем стал мультипликатором, художником и режиссером. Ну что ж, давайте начнем. В первую очередь речь пойдет о развале Советского Союза при Ельцине и то, что начался поток на центральном телевидении канала Останкино, поток диснеевских мультсериалов. В том числе, вот «Утиная история» я тогда и не видел, я их потом видел попозже на канале «Россия», они показывали по выходным. Но, тем не менее, и я увидел Винни-Пуха, да. Чип и Дейл, правда, тогда не видел. Вот, и про Драколита Вампиреныша тоже не видел, к сожалению. Видимо, очень мало серий показывали по телевидению. Ну или, может, просто я не родился еще в то время. В своих студенческих манифестах я опубликовал свои флешбеки о детстве, где я рассказывал, что жил, когда на улице Константинова на ВДНХ. В те годы на меня произвело очень многие впечатления, и в том числе японская мультипликация. Итак, год 92-й. Этот год я практически провел весь в городе Рошаль у бабушки и дедушки. Тогда я был еще совсем ребенком. И тем не менее, у меня были какие-то воспоминания, то что телевидение, и в том числе телевизор, он играл роль некого камина. И я прекрасно помню заставку, где красный фон, герой на красном фоне, и это был опенинг мультсериала «Конан». Ее потом позже транслировали, я еще помню, когда подрос через годик, когда уже в Отрадном.
То есть этот мультфильм, я точно помню, показывали не более ни мало пару лет про приключения Конана Варвара с его потрясающей вступительной заставкой на красном фоне, где герои с логотипом и тот злодей со змеиным шлемом. В общем, мультфильм мне казался интересным, и несмотря на брутальность, в нем абсолютно не было никакой крови и убийств. Так что детям было смотреть его достаточно интересно. Да, в принципе, я вообще был тогда рад, когда показывали какие-то мультики по телевидению. В том числе и классику. Итак, вернемся к Останкино. Это уже год 93-й также. Разумеется, мультики про кота Феликса. Уже мультфильмы про гоботов. Найдите Воли, если помните такой. Чуть позже показывали баскетбольную лихорадку. Правда, пару серий я видел. Ну, собственно, и все, что я помню с 93-го года. «Война гоботов». Я всегда был рад этому фильму. Это был прообраз трансформеров. Мы смотрели его с дедом у нас в поселке, в квартире. У меня был конструктор-малыш. Он был достаточно с большим деталями гигантского размера. Чуть позже у меня появился лего. И из этого конструктора-малыша я приделывал колеса к спине главного злодея. Не помню уже, как его зовут. Который красный и с желтой рожей. Но это я сейчас вам с вами говорю о первом канале Останкино, который что-то назывался. А как дела обстояли с 2x2, по которому также с успехом крутились клипы с MTV и всевозможные японские мультсериалы. То есть причислять их нету представления, вы все их прекрасно знаете. Это Кэнди Кэнди, Лулу Ангел Цветов. Полметражки «Кот в сапогах», ну это полметражки, да. И всякие фантастические, «Макрос», «Роботех» или мой любимый «Ультрамен». Но, безусловно, хитом всех детей был «Гонщик Спиди». Этот увлекательный сериал, который в детстве мне казался крайне драматичным. И тем не менее, когда же повзрослев, он мне кажется тупым, наивным, но с довольно юморными сценками, юморными персонажами. Он, конечно, примитивно понимается, все-таки это 67-й год, не забывайте. Но это получше, чем то, что сняли братья Вачовски, я вам признаю. «Черепашек-ниндзя» я впервые увидел на видеокассете. Также на видеокассете я впервые видел «Чудеса на виражах», которые, к сожалению, тогда в детстве я не мог увидеть по телевидению, хотя они уже их повторяли в нулевые. И, кстати, проведем небольшую параллель с игрушками. Я помню, наверняка у многих у вас, наверное, были пружинки радужные и были игрушечные тролли с настоящими волосами. Так вот, у меня попалась, помню, очень странная игрушка формата как «Черепашки-ниндзя» или «Тактичные крысоносцы», где герой троллей был в очень брутальном варианте, в рокерском костюме, в очках, в панковском ракезе и в накачанном теле мышцы, мускулы. И у него был на груди волшебный камень. Так вот, как я узнал позже, оказывается, вот в то время, когда показывали «Черепашек-ниндзя», также показали 13 эпизодов мультсериала этой франшизы «Защитники камня», где пятеро парней-рокеров попали в другое измерение, стали этими самыми троллями и начали спасать какую-то, там, не знаю, измерение, галактику, уже не помню. Но вернемся к каналу РТР. Помимо всяких интересных программ, которые крутили в то время, разумеется, самой любимой частью всей детворы был блок Диснея, которому показывали впервые тогда «Черного плаща» и мультфильм «Утиные истории», который также многие полюбили. Скажу, ребята, я не подглядываю никуда, ни в какие справочники, я все сразу с головы беру. Поэтому буду скакать от, может быть, от года в год вперед-назад. В любом случае, давайте с вами вспомним мультик «Гуфи и его команда», который был достаточно юморным в то время, казалось, в детстве. И тогда детская аудитория познакомилась с такой франшизой, как Джейсон Лукас, которого упомянули в серию про «Хэллоуин не было». А что же насчет классики, спросите вы? Разумеется, она была и ранее Дисней, и ранее Луни Тюнс. Но мне как-то больше запомнился и понравился ранние выпуски мультфильма «Супермена» студии Макса Флейшера.
Макс Флэшер, как вы помните, известен по многим работам, его ранее «Клоун Коко», «Бетти Буп» и полнометражки вроде «Гулливер». Даже наверняка в детстве вы помните мультипликацию австралийских студий, в том числе различные экранизации книг «Черный красавчик» и «Доктор Джекил, мистер Хайд» Стивенсона, которые крутили по каналу РТР. И я помню, были сюжеты по Библии, не аниме, не суперкнига, а именно сюжеты, где люди выглядели реалистично. Все-таки не буду лукавить и залезу в Google, чтобы слегка освежить память. И в раннем детстве мне очень нравился японский, испано-австралийский мультик «Вокруг света за 8 дней» с Вилли Фогом. Были другие, конечно, варианты, ну, и в том числе «Кота в сапогах», но вот этот японский мультфильм мой самый любимый был. Там, если не ошибаюсь, серия был 2.6 или около того. Про «Пчелку Майю» и «Мишки Гамми» я ничего сказать не могу. Извините, я их не... Из фантастических олдскул мультсериалов 80-х наверняка многие помнят «Химена», «Принцессу Шира», в том числе я помню, смотрел на кассете полнометражный фильм «Химена», «Повелитель вселенной» с Дольф Люмгреном. И мне также был интересен, как и многим другим детям в ту эпоху, мультик по настольной игре «Драконы и подземелье», или, правильно сказать, «Подземелье дракон». Но, пожалуй, самый мой был любимый мультик и детей той эпохи, который показывали в 93-м по Останкину, это, разумеется, «Охотники за привидениями». Замечательный мультик, который я смотрел дома, у бабушки с дедушкой, и в гостях, в общем, где только угодно. Серия была дофига. И были, по-моему, даже повторы. Смотреть его было всегда интересно, немного страшно даже, жутковато. Но все-таки интересные, даже были кое-какие смешные моменты, особенно Лизуну доставлял много вулзов. Ну что ж, друзья, про 93-й год мы с вами закругляемся и переходим к кульминационному 94-м году, в котором было все, то есть вообще абсолютно все. Возвращаясь к библейским мотивам, разумеется, многие помнят достаточно попсово популярный второй мультик с хорошим дубляжом «Суперкнига», где дети вместе с Робиком отправлялись в прошлое. Мне очень нравился этот персонаж Робик, и я даже сконструировал из конструктора своего робота, которого всегда таскал с собой как настоящего киборга. Но зато я прекрасно помню зарисовки с героем популярных комиксов пса Снупи. И чем же оно так запомнился и полюбился этот 94-й год? В первую очередь по каналу 2x2 показывали легендарных трансформеров. Причем различные сезоны. От более старых к более современным и брутальным жестоким. Помимо всего этого, одним из ведущих каналов, в том числе трансляции мультипликации, стал канал на кнопке 6, который, разумеется, все вы прекрасно знаете, называется ТВ6. И тут мы переходим к самому интересному, так как помимо каналов Останкина, РТР и 2x2, мой фильм также можно было смотреть и по НТВ, где по вечерам, я помню, транслировались Флинстоны, а чуть позже группе Детектив, кроссовер Том и Джерри в детстве, и Скуби-Ду. Ну а чуть позже это «Планета обезьян», но об этом в следующий раз как-нибудь. Также, друзья мои, 94-й год нам всем запомнился прекрасно английским мультсериалом «Мази», который шел в рамках программы, детской программы обучением по английскому языку, где ведущие на фоне каких-то космических пейзажей учили детей простейшим словам и диалектам. Если уж вспомнить совсем про детские аниме-мультфильмы, то это «Ведьма Салия» и «Джет Марс», как плагиат «Астробоя» в озвучке Александра Клюквина. Наконец мы переходим к 95-му году. В этом году было все. По всем каналам гремели самые хитовые мультфильмы, которые я всегда вспоминаю с теплотой. В то время Первый канал перестал транслировать диснеевские мультфильмы и отдав должность каналу РТР. И поговорим мы с вами о Первом канале, по которому шел в то время замечательный мультик «Виджет» про розового инопланетянина и его союзника, который ему постоянно помогал.
Из похожих существ про Виджета был мультик по каналу ТВ6 про желтого домового Мистер Богглс. Особенно я всегда смотрел этот мультик ради пластилиновых вставок, которые мне очень нравились. Они были очень смешные и очень интересно было их пересматривать. Жалко, что тогда мне не попадались видеокассеты с этим мультиком, я бы его пересматривал с удовольствием. Вообще на канале ТВ6 действовали прекрасные актеры озвучивания, которые озвучивали такие классные мультики, как французский Ману, и чуть позже всеми нами любимый Мыши Бакера с Марса. Я очень долго искал на фан-форумах старые переводы мультфильма Мыши Рокера с Марса, в записях, рипах каналов с ТВ6, а то, что сделал канал 2x2 в 2007, это просто ужас какой-то. Самым моим любимым в 1995 году из мультиков формата Диснея по воскресеньям на канале РТР был у меня Чокнутый. Были, конечно, и Аладдин, но Чокнутый, конечно, не приплюнуть по юморам, отсылкам и достаточно хорошей озвучке от Тима. Помимо Диснея по каналу РТР шло все прекрасно. Транслировали британский фэнтезийный сериал «Камень сновидений» и детский познавательный мультсериал «Волшебный школьный автобус». Немного я хочу рассказать про 96-й год. К сожалению, как вы знаете, Влада Лиси убили. Уже это был не первый, это уже был канал ОРТ официально. По первому каналу показывали «Эхо Звод». Как вы помните, «Червяк Джим». Достаточно замечательный мультик по игре. А сейчас я хочу с вами поделиться о моем самом любимом мультфильме, который я смотрел по ТВ6 еще за год до «Мыши Рокера с Марса». Этот мультфильм называется «Команда Рекс». Он повествует о 5 динозаврах, которые в каком-то вымышленном динозавримном городе сеют справедливость и обезвреживают преступников. Этот мультфильм я смотрел, когда я жил в Отрадном на улице Дежнёва и не пропускал ни одной серии. Я его любил больше всего. В нем был и экшен, и драйв, и юмор, и классные супергеройские гаджеты, всевозможные оружия, хитроумные злодеи. И при этом герои вели двойную жизнь, как и любые супергерои, то есть они динозавры. А они являются некими аристократами, какими-то буржуями, играют на рояле, устраивают всевозможные шоу. А по ночам они идут в свое логово, меняют костюмы, садятся в свою крутую тачку и отправляются спасать свой родной динозавриный город. Диносити, по-моему, так он назывался. Одним словом, это была очень неплохая конкуренция черепашкам-ниндзя, которые шли примерно в одно и то же время. Также про Останкино стоит добавить, что там расположен легендарный свой фильм «Ну, в офис». Там моя подруга, мои знакомые работают над материалом «Простоквашино» и, скорее всего, я тоже могу туда попасть на работу. Также пару слов о ВХС. Впервые «Приключения Бэтмена и Робина» я увидел у товарища на ВХС. Это был 95-й. Также параллельно показывали «Дэнди. Новую реальность» с игрой «Приключения Бэтмена и Робина» на Супер Нинтендо. У своего троюрного брата я увидел на кассетах мультик «Мегамен» по игре в одноголосой озвучке. Также у него был мультик «Wildcats», который, правда, я не смотрел, не вставлял. Конечно, вы прекрасно помните, что на 2x2 тоже шли дела неплохо. Я бы сказал, прекрасно, после того, когда они перестали транслировать «Черепашек-ниндзя». Они транслировали по утрам выходные «Артур и рестры круглого стола», «Вольтрон», «Динозаврики». Все это утренний блок для самых-самых маленьких. Ну и, конечно же, аниме. Уже потом пошли «Sailor Moon», «Гран-при». В 95-м году был замечательный «Грендайзер». Всеми нами любимые и обожаемые, которые мы смотрели перед детскими садами. Ну, может, кто-то перед школой смотрел, допустим. Вот. Я также помню, что «Мыши Рокера с Марса» также показывали сначала по утрам, там по выходным, раз в неделю, а потом уже показывали, уже когда серия стала побольше, уже показывали по будням. Из мультфильмов 95-го года, что транслировали по РТ, мне также запомнился замечательный фантастический боевик «Чудовищная сила», где герои превращались в различных монстров. Итак, друзья мои, канал ТВ6. Помимо замечательного мультика «Принотов», который, наверное, мало кто помнит, шел замечательный мультик для самых маленьких «Медвежья история». Также благодаря интернету, полюбив вновь охотников за привидениями,
Мне помог интернет, где я наткнулся на фанатское сообщество мультика «Охотники за привидениями» Real Ghostbusters 86 года, который шел у нас, как я уже упоминал, по каналу Останкино.